заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, посетил Новоуральск с рабочим визитом. Одним из главных пунктов программы визита стал прием граждан по личным вопросам. На прием пришли десятки новоуральцев. О том, какие вопросы волнуют горожан, в сюжете Антона Сапогова. Госжилстройнадзор обладает очень широким спектром обязанностей и полномочий. Он следит за точностью соблюдения законов и правил в сферах, связанных с жильем и строительными работами. Поэтому, когда у граждан возникают по таким поводам вопросы, а сами они разобраться в них не могут, граждане обращаются в эту инстанцию, чтобы быстрее и эффективнее помочь человеку решить его конкретную проблему, и проводятся такие выездные приемы граждан. Электроэнергия у нее отключена. Она через соседа бросила провод по фасаду дома и пользуется электроэнергией. Но это фиксировать должна. Это все зафиксировано. Что нам делать дальше, если нет никаких действий? Вопросы у посетителей приема могут быть самые разные. Например, как быть со злостными неплательщиками за квартиру? С кого потребовать провести текущий ремонт в подвале? Как наладить очистку и вывоз снега с территории двора? Это и другое волнует горожан. Мой вопрос: дому моему больше 50 лет, в доме холодно, и вопрос, а как можно сократить сроки ремонта капитального в моем доме? Вот насколько мне смогут помочь в этом вопросе, я буду очень благодарна. Компетентные специалисты дают не только устные ответы и советы. Они ведут прием письменных обращений для детальной их проработки в дальнейшем, а также проводят консультации граждан с глазу на глаз. Ни один вопрос не остается без внимания. Ну, чаще стали вопросы именно уборки снега, но они вот больше всего попадают почему-то в обращение из Новоуральска, к нам сейчас стало поступать по уборке снега. А раньше было больше вопросов именно по общедомовым приборам учета, допустим, в прошлом году, позапрошлом, 22-м, когда мы массовые проверки проводили в отношении управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, которые были обязаны установить или поверить и допустить в эксплуатацию общедомовые приборы учета отопления. Важность таких визитов заключается еще и в том, что компетентные гости проводят семинары по юридическим и правовым вопросам для муниципальных специалистов, дают разъяснения по самым актуальным изменениям в законодательстве, а значит, помогают не только горожанам, но и нашим городским властям. Антон Сапогов, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.